Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на нов криперов для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем мире появится большая куча новых криперов, которые сможете встретить в вашем мире. Ну, собственно, мы будем начинать, и первым нашим крипером будет вот такой солнечный, который, друзья, питается солнцем, потому что на его голове стоит солнечная панель, что довольно необычно для нашего крипера. Что за дикие лаги произошли сейчас? Майнкрафт, что это было? А, собственно, меня сбежал Эндер Крипер. Так, давайте его поищем. Вот. Нет, это не он. Это он совершенно другой Крипер. Так, а вот, наверное, черный, да? Нет, это опять же другой. Ну ладно, собственно, может потом его найдем, но вернемся пока что к другим криперам. Это у нас перевернутый крипер, очень странный моб. А это у нас, друзья, паук крипер. Да, тоже очень странно. Белый крипер. Черный-белый. Да, кексовый крипер, даже не удивляйтесь этому названию. Черный крипер, покажи свое лицо. У нее белые глаза, очень страшно. Это, друзья, у нас, собственно, световой крипер. Желтый такой, да, и правда световой, очень необычно. Это у нас, друзья, ядерный крипер, он очень опасный, судя по его названию. Это у нас, друзья, забыл. А это у нас ледяной крипер, и это у нас крипер-гигант. Да, вот такие у нас криперы. Собственно, здесь опять же очень много криперов. И давайте сегодня, наверное, зовем только вот этого крипера. Но если выживут, конечно, остальные, то мы зовем на остальных. Собственно, он взорвался и вызвал молнию. Но взрыв был не такой большой. Давайте попробуем взорвать вот этого большого хулигана. Ух ты, залагал Майнкрафт. И взрыв просто колоссальный. Он довольно большой. И сорвем вот этого солнечного. Друзья, ничего страшного. А, да, у нас появился день. Собственно, это у нас получается дневной крипер, но он солнечный, да, он нам делает солнце. Ну что ж, вот такой мод, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.